на Жигуле, на ВАЗ-2101. Еще одна встреча BMW и ВАЗов. Но Дмитрий Люк, двукратный чемпион Украины, чемпион Восточной Европы, с просто хорошим бэкграундом, хорошим опытом. Ух ты, как дерзко Городоцкий к нему едет. Красавчик, красавчик. Молодец, прям в двери вот здесь не пропустить. Чуть-чуть запаздывает с перекладкой, но тем не менее расстояние удерживает, подъезжает прямо в базу. Городоцкий просто делает ветер, мне кажется. Держись, 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 держись. Есть какое небольшое замедление у Юлюка первым, но тем не менее... Что ж, есть зеленый свет светофора. Тронулись. Илюк держится за Карагоцким. Быстро, слушайте. Есть синхрон. Чуть-чуть расстояние побольше. И залазит чуть-чуть внутрь Илюк. Создает себе проблемы. Карагоцкий. В шаге просто, в шаге от победы, на кураже. Вот чем мне нравится Данил, тем, что он не парится вот этими всеми там результатами, неудачами. Он всегда едет по фанам, всегда едет на максимум, на все бабки, как говорится. Дмитрий Илюк, двукратный чемпион Украины по дрифту, проходит дальше. Ну что ж. Есть старт. Дмитрий Илюк и Тарас Коломиец. Илюк вырывается далеко вперед. Коломиец отстает сильно, соответственно, несинхронно постановке. Илюк ставится широко. Первая дуга. Перекладка попадает на трактор. Ай, разворот. Коломиец, видите, не случилось у нас еще одной сенсации, но, опять же, таки не будем загадывать, хотя надеяться на ошибку Илюка в ответственный момент не стоит. Откровенные андердоги вырывают зубами победу у фаворитов. И вот, ух, как Илюк держится в бампере сзади. Очень, чуть-чуть подотпустил. Илюк цепляет конус. Я думаю, что второму это можно делать, поскольку, ну, в пользу расстояния, безусловно, в пользу расстояния. Да, здесь все понятно, мне кажется, все четко. Сейчас мы проедем последний поворот. Да, мне кажется, здесь все очевидно и понятно. Дмитрий Илюк проходит в топ-8. Минимум одна будет точно. Алексей Виговский. Следующая пара. Круду и Люк. Посмотрим сейчас. Ух ты. И Люк далеко уехал. А это уже выход за трассу. При этом Круду, обратите внимание, Круду практически невозмутимо продолжает преследовать Диму и не париться. На заваренном, как говорится. Посмотрим. Интересно, есть зеленый свет, поехали машины. Круду лидирует, Илюк преследует просто в багажник, я бы даже сказал, в багажнике Илюку. Круду очень близко ставится, расстояние небольшое, но Круду вываливается в бустер и что получается? Вот Илюк меньше вылетел с трассы, и вот тут вопрос... Играет ли роль степень вылета с трассы, если это вылет из трассы? Итак, решение судей. Дмитрий Илюк проходит дальше. Погнали.
чуть-чуть отстает Виговский уже, и Люк ставится, Виговский ставится с опозданием. Тем не менее, ой-ой-ой, Виговский догоняет Дуге и Люка. Красавчик, синхронная перекладка. Виговский, ты что, мочишь? Давай, дави, выравнивается и Люк. Выравнивается и Люк, новая постановка. Виговский вынужден был сносить этот конус. Вот очередная сенсация. Ну, тут у нас не андердог и второй постановки, назовем ее так, повторной постановки. Погнали. Так, Дмитрий Люк в свойственной ему манере этого этапа Бедлук Сноудрифт просто в задний в багажник упирается фарами. Здесь у нас Виговский заезжает мимо трассы. Ноль. Дмитрий Люк выходит в финал. И один, и второй пилот может быть на первом месте. И один, и второй пилот может и ошибиться. И один, и второй пилот может показать супер близкий парный дрифт. Дмитрий Люк уже привычно просто в багажнике «Жигулей» ставится на постановке. Семен широко, хорошо проходит. Перекладка синхронная, Люк, Семен. По траектории все как положено. Здесь под отбойник есть. Дмитрий Люк держится за ним, все четко. Это заезд достойный финала. Это заезд достойный финала. И близенькая. Такой перекладки здесь на финале еще не было. В гаражах, если это можно так назвать, Вайсфаб. Подзабыл аж. Ай-яй-яй, Семен отстает. Уже есть расстояние. Догонит или нет? Ну-ка смотрим. Нет, все, рассинхронные перекладки. Не смог Семен Бондаренко порадовать нас настоящим финальным заездом. Все, что может спасти Сему, это развороты Илюка, что, в принципе, очень маловероятно. Доезжают ребята финал. У нас есть результат. И результаты первого этапа Bedlux Snowdrift 2019. Третье место Юрий Дрифтовский. Второе место Семен Бондаренко. И первое место Дмитрий Илюк. BMW в первом раунде одержали победу.